Дмитрий Шепелев принимает поздравления. Его возлюбленная Екатерина Тулупова беременна. Дмитрий Шепелев сообщил о скором пополнении в семье. Телеведущий рассказал в интервью одной известной газете о том, что в ближайшее время станет отцом второй раз. Дмитрий и его возлюбленная Екатерина Тулупова уже воспитывают детей от прежних отношений. У Шепелева растет сын Платон от Жанны Фриске, а у Кати – дочь Лада. Сейчас вся большая семья безмерно счастлива в ожидании малыша. Самое главное чувство – это, конечно, большая радость. Никакое другое событие в жизни сравнить с этим я не могу. Я просто очень счастлив. В день, когда мы с Катей узнали о том, что станем родителями, я чувствовал одновременно головокружение и легкость. «Потрясающе!» – рассказал телеведущий. Он отметил, что чувствует себя спокойно и уверенно. С Платоном, по его словам, все было иначе. Анализируя себя и свое поведение после рождения Платона, я определенно теперь могу сказать, что совершенно нет необходимости трястись над каждым вздохом и хрюком ребенка. Я так жил и не жалею об этом ни секунды, но понимаю, что может быть по-другому и совсем не хуже, говорит Дмитрий. Поведал он и о том, как Платон и Лада отреагировали на новость о прибавлении в семье. Мы действовали очень аккуратно. Конечно, когда в первый раз мы забросили удочку. Дети ответили нам категорически: «Нет, спасибо, не надо, у нас все хорошо». Сейчас, спустя много месяцев, дети на нашей стороне и ждут появления младенца как новое приключение, разоткровенничался Шепелев. Он признался, что у него и его избранница очень нежные и доверительные отношения. Дмитрий мечтает о большой семье. «Мы много смеемся, я горжусь нами, нашим общим ощущением мира, и не могу оторвать от Кати глаз. Я хотел бы большую семью. Для меня это означает не только много детей, большую ответственность, много забот, но и то, что я в состоянии позаботиться о них всех. И это очень вдохновляет. Я бы хотел, чтобы мои дети видели родителей, которые очень любят жизнь, друг друга, свое дело и любят их. Любят так же, как умеют любить дети. Искренне, непосредственно и с восторгом», – резюмировал Дмитрий. Напомним, после смерти Фриски в 2015 году Шепелев недолго был один. Вот уже несколько лет он живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Об их романе впервые заговорили в 2016 году. Дмитрий познакомился с Екатериной в детском саду, куда они водили своих детей. «Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста», – делился телеведущий. Через 2 года пара стала жить вместе. В 2019 году Дмитрий сделал предложение любимой. Они обручились. Сейчас пара обустраивает новую просторную квартиру для своей семьи в центре Москвы. Дмитрий называет ребенка-избранница своей дочерью. Лада – ровесница Платона. «Давайте пожелаем им счастья!»